Здравствуйте, друзья! Меня зовут Светлана Портнова, и я на канале «Голос Силиконовой долины». В последнее время я замечаю, что стало появляться все больше и больше видеоблогеров, которые рассказывают о своей жизни, и я замечаю большой интерес других людей к их жизни. И я думаю, что это неспроста. Сегодня средства массовой информации предоставляют столько возможностей для самопознание, для того, чтобы ответить на какие-то нерешенные вопросы в своей жизни, просто познакомиться с интересными людьми. И я подумала, что я тоже, наверное, начну вести свой блог, и это мое вступительное слово. Хочу сказать, примерно очертить круг интересов моих. Я, в принципе, хотела бы сделать этот блог интерактивным и приглашаю всех зрителей, кому интересно, вот, задавать какие-то вопросы. Я обещаю, что мы их будем рассматривать и отвечать в меру компетентности. Хочу сказать такую вещь из детства. Почему, собственно, мне это так интересно? Мне всегда было интересно наблюдать за жизнью других людей. И я вспоминаю такой эпизод из своего раннего детства. Мне было, может быть, лет 5 или 6. И я помню, что я смотрела, тогда телевидение было очень неразвитое, было буквально редки художественные фильмы, показывали по много раз одни и те же фильмы. И вот в очередной раз, просматривая какую-то картину художественную и наблюдая жизнь других людей, я в своем там 4-5-летнем возрасте думала: смотри-ка, мы смотрим на жизнь других людей, а может быть, в это время кто-то смотрит и за нашей жизнью. Вот у меня такие вот воспоминания с детства сохранились, и я думаю, что сегодня с помощью технических средств настала такая возможность, когда каждый может наблюдать за другими людьми в меру, конечно, их желаний, в меру их открытости. Поэтому я приглашаю вас к активному диалогу. Рассматривать мы будем вопросы, связанные с жизненным опытом, с какими-то достижениями в жизни, с семейной жизнью, с воспитанием детей. Я думаю, что мой блог будет отличаться от блога Михаила. Безусловно, это женский взгляд на жизнь. Приглашаю вас к дискуссии. И я думаю, что на этом вступление можно закончить. Спасибо большое. Всего вам доброго.